Итак, Agarum представляет из себя, собственно говоря, игровой проект, и здесь, соответственно, можете сражаться с другими пользователями, чтобы, соответственно, при этом как раз-таки еще и наполнить свои кошельки токенами. Это довольно удобно. То есть, если говорить про данный проект более развернуто, то Agarum представляет из себя многопользовательскую игровую онлайн-платформу для криптовалюты, которая позволяет как раз-таки людям сражаться друг с другом в битве один на один, то есть так называемая, как говорится, P2P игра. И при этом вы можете выигрывать различные жетоны, которые можно как раз-таки собирать во время каждой игры. Также арена представляет из себя чашку Петри, где клетки перемещаются вокруг различных препятствий, чтобы при этом поглощать друг друга и накапливать, соответственно, данные жетоны друг для друга. Вот, и, соответственно, в общем-то, главное правило, вот здесь как раз-таки оно выделено, причем это правило, по сути, единственное, это заполнить свою сумку. Также у них еще есть Game Drop. Это геймифицированная версия воздушной капли, которая при этом позволяет проектам, которые ориентированы на токены и на криптовалюты в целом, как раз таки они сбрасывать могут свой токен или монету прямо на нашу платформу, то есть на платформу Agarum, собственно говоря. И при этом это создает конкурентное и веселое преимущество, когда члены сообщества могут взаимодействовать с проектом и также друг с другом. Также можете скачать PDF по данному проекту. Ну, давайте покажу, открою его. Таким вот образом он выглядит. То есть, в принципе, здесь 11 страниц. Ну, возможно, не знаю. Данный проект даже разберем более подробно, данную как раз таки брошюрку, да. Но пока вернемся, как говорится, к главной страничке. Вот, и, собственно говоря, разберем еще одни важные, скажем так, моменты. Это Game Drop. Вот, что у них есть, соответственно, Game Drop номер 1, вот, также Game Drop номер 2 и Game Drop номер 3. То есть, вот все эти Game Drop'ы есть, и в них можно поучаствовать. Также еще разберем вопросы и ответы. Ну, что такое Agarum, мы уже вкратце говорили вам. Ну, вот здесь вкратце опять-таки говорит, что это криптоплатформа, которая позволяет пользователям сражаться друг с другом. Следующий вопрос, это, соответственно, как использовать Agarum для других проектов. То есть, если, допустим, вы являетесь стартапом, то вы можете написать им на техподдержку, то есть по данному вот адресу, да, и, соответственно, все условия вы там узнаете. Следующее насчет скинов. Так вот, здесь есть 20 лучших скинов криптовалюты, что, конечно же, очень и очень удобно. Следующий вопрос, это сколько длится одна игра. Так вот, одна игра длится 5 минут, и в данной игре нужно собрать как можно больше токенов. Ну что ж, идем далее. Это как можно участвовать в играх. Так вот, вам нужно для начала пройти регистрацию, естественно, далее подтвердить, естественно, свой аккаунт по почте и забронировать место, собственно говоря, в игре. И, соответственно, вас пригласят на данную игру, где вы можете как раз таки получить токены. Следующий вопрос, как связаться с владельцем. Так вот, с владельцем можно связаться по электронной почте. Почта здесь указана. Далее, что такое AGR? AGR – это, собственно говоря, валюта данного проекта, это их токен, то есть токен ERC-20. Следующее – это как можно играть, чтобы заполнить свои сумки. Так вот, нужно зарегистрироваться, естественно, и далее, собственно, вы уже, по сути, готовы для игры, скажем так. Следующий вопрос – это сколько существует игровых режимов. В настоящий момент это один игровой режим Token Dead Match, но далее… В общем-то, будут еще другие режимы, которые постепенно появятся на проекте. Следующий вопрос важный, это сколько игроков в игре. Это 30 игроков будет принимать участие. Следующее, сколько токенов доступно. Так вот, в общем-то, токенов до 1500 будет выделяться. Следующий вопрос по коммуникации. Можно ли общаться с другими игроками? Да, общаться можно будет, что, конечно же, очень удобно. Вот. И важно только, чтобы не было руганий, клеветы и так далее, иначе вас забанят. Следующее, сколько всего токенов AGR, да, то есть AGR это их
единичный токен, так вот, это 1 миллиард токенов. И вопрос не менее важный про биржи. Так вот, конечно же, на бирже они выходят. Вот, и, соответственно, они в перспективе хотят, собственно говоря, провести кампанию для привлечения средств, после чего, конечно же, данный проект уже будет более полноценно развиваться. Также видим, в общем-то, преимущество GameDrop – это поощрение принятия криптовалюты, привлекание внимания, исследование нового проекта, это демонстрация ценностей либо возможности сети и то, что можно помогать поддерживать лояльность и вовлеченность сообщества.